6 сентября в выставочном центре «Казанская ярмарка» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Это крупнейшее международное мероприятие, которое проходит при поддержке президента Республики Татарстан. На форуме проходят не только выставки, но и научные конференции, связанные с разведкой новых месторождений нефти и газа. Ежегодным посетителем форума является Казанский федеральный университет. Выставка для нас дает возможность больше выйти на предприятия, которые занимаются добычей и переработкой углеводородного сырья. И, конечно, наши научные исследования, наши разработки в этом направлении здесь тоже востребованы. Нефтегазохимический форум – это эффективная площадка для расширения границ делового сотрудничества отраслевых предприятий. Кроме этого, на форуме продвигают современные технологии для предприятий Республики Татарстан. КФУ не только активно развивает технологии в области нефти и газа, но и ведет переговоры с партнерами, договариваясь о новых проектах. В рамках нефтегазохимического форума проходит ряд выставок, форумов и конференций. Например, «ГИА-Казань». 7-я выставка «ГИА-Казань». И 4-я конференция. И в организации этой конференции участвует Институт физики, кафедра астрономии космической геодезии, Институт геологии сопровождает вот это мероприятие. И, конечно, ежегодно мы общаемся с нашими партнерами на площадке форума, ведем переговоры, договариваемся о выполнении ряда новых проектов. В этом году на форуме зарегистрировалось более 200 предприятий из России и зарубежья. Нефтегазохимический форум закончится 8 сентября. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.